Летний период для спортсменов – это время тренировочных сборов. К новому сезону готовится бойцовский клуб «Дагестан Файтер». Интенсивные занятия у одной из ведущих дагестанских команд проходят в высокогорье Хунзахского района. Раннее утро для бойцов ММА начинается с пробежки в горах. Кросс на высоте около 2000 метров – это отличная возможность подтянуть дыхание и выносливость. В тренировках задействовано порядка 30 бойцов смешанного стиля. Предсезонную подготовку на Хунзахском плато представители клуба «Даг Файтер» проходят уже во второй раз. 3 числа приехали сюда, в Хунзах, специально, чтобы перед серьезными стартами у нас в этом году, чтобы немного привыкнуть к высокогорью, чтобы немного развить свое дыхание. Мы уже второй год здесь подряд, нам очень нравится. Очень хорошее питание, очень хорошее отношение со стороны людей, со стороны главы. Нам это очень нравится. Мы с большим удовольствием сюда приезжаем и очень благодарны за это. Для обмена опытом к сбору подключились гости из Украины, Казани и Краснодара. Обедом спортсмены оттачивают свое мастерство в борьбе. Вечером их ожидает ударная тренировка. Режим занятий насыщенный, что поможет максимально быстро войти в форму и повысить физические данные. Уже совсем скоро бойцам предстоит выступить в сильнейших профессиональных организациях. Чувствуется, что братский дух набираем. Функционально и выносливость очень сильно набираем. Очень тяжело, но стараемся. Следующий бой я проведу в Лиге ЕСБ, примерно в августе, в сентябре, соперник пока неизвестен, но надеюсь, что в августе проведу и готовлюсь к полным ходом. Очень серьезные соревнования, кто-то выступит на чемпионате мира, кто-то будет, Саид Магомедов будет защищать свой пояс в Лиге Ахмат, 14 октября у меня бой. Ну, здесь все ребята, которые выступают среди профессионалов, и у всех будет серьезный старт. Условия для тренировок созданы на хорошем уровне, многого спортсменам и не требуется. Оборудованы спортзалы, питание из экологически чистых продуктов, выделены места для проживания. Учебно-тренировочный сбор бойцовского клуба «Даг Файтер» завершится 15 июля. Курбан Рагимов, Мухтар Гаджидадаев, телеканал ННТ, Хунзахский район.